Для школьников принимать участие в Большом субботнике – дело обычное, ведь они регулярно убирают пришкольную территорию. Учащиеся 5-й школы поймали наш зеленый самолетик и присоединились к уборке города. Они решили привести в порядок бесхозный скверик за торговым центром «Дан». Кстати, часть этой территории уже прибрали сотрудники телерадиокомпании «НТР». Хорошее дело, ребята, начали с разминки. Погода в этот день не подвела. Десант активистов 5-й школы убирал опавшую листву и различный мусор с помощью метелок и граблей. Некоторые проявляли особую любовь к уборке. Радостно, что территория за торговым центром «Дан», которую убирали сотрудники телерадиокомпании «НТР», находится в такой же чистоте и порядке. А это означает, что наша работа была сделана не зря. Чисто тут. Мальчишек и девчонок хоть пришло и немного, зато энтузиазма у тех и у других хоть отбавляй. А потому и работа для них в радость. Не для всех, конечно. Много набрали? Много. Устали? Устали. Сколько мешков? Пока что один. И уже устал? Да. Быстро устают ученики. Родители знают, чем вы тут занимаетесь? Думаю, да, знают. Думаешь или знают? Ну, знают. Что сказала мама? Сынок, иди или нечего вон дома приберись в комнате своей? Ну, вроде работает, типа, нормально. То есть родители за труд ребенка, да? Это хорошо. Родители молодцы. Расскажите, почему решили принять участие в акции «Чистоту» и почему выбрали вот именно эту территорию? Ну, во-первых, я часто хожу в этом районе, и здесь мало кто убирается, она территория ни за кем не закрепленная. И когда уже стал вопрос, ну, дети поставили такой вопрос, может, мы тоже выйдем, поучаствуем в этой акции «Чистоту». Мы начали уже рассматривать территорию и решили выбрать эту территорию. Тем более у нас многие ученики живут в данном районе. Небольшой участок ребята привели в порядок быстро. За свои труды школьники получили неожиданную награду. Случайный прохожий, увидев, как дети стараются, решил угостить их яблоками. А, спасибо. Хорошо все сделали. Занимаетесь. Спасибо большое. На здоровье. Территория за торговым центром «Дан» еще убрана не вся, поэтому если вы хотите, чтобы он был чистым до конца, смело зовите своих соседей и сделайте доброе дело для себя и для города. Жаль, что голуби не едят мусор. Пока одни школьники привозили в порядок один грязный участок, другие ученики тщательно вычищали мусор с территории своей 22-й гимназии. На уборку мусора пришли целыми семьями. Папы и мамы вместе с детьми помогали приводить в порядок территорию любимой школы. Вооружившись граблями и метелками, дружная команда чистила, мела, сажала цветы и белила бордюры. Настроение отличное, все хорошо, весело. Все семьей вышли, все здорово. Я белю бордюр. Для чего? Для того, чтобы клумба выглядела заметно, красиво, ухоженно. Вот, все на благо нашего школьного двора. У меня здесь братишка учится. Вот мама меня спросила, не хочет он убраться, помочь. Родители выходят вовсю от классов, записываются. Я тоже решал, почему бы и нет. Вот. Мы сами делаем наш район чище. Золотые слова, говорит паренек. А ведь действительно, если бы не человек, то кроме опавших листьев и убирать было бы нечего. Эх, побольше бы таких сознательных ребят. Интересно, а кто же мусорит, в частности, здесь? Старшеклассники. На мусорили? Да. Понятно.
на тебе убираться приходится. Эх, старшеклассники, что же вы мусор прямо у школы бросаете? Лучше бы вышли, да и помогли убраться у любимой школы. Добровольцы 8 А и 8 Б класса 5 школы привели большую территорию в порядок за торговым центром «Дан». И сейчас они смело могут сказать: «Чисто тут! Чисто тут! Чисто тут! Чисто тут! Чисто тут! Чисто тут!